город на Масленицу, на проводы Масленицы. Едем мы по городу. Вот машин с немного, левой кстати. Стороны, да. С левой стороны даже чучело-то не видно. Где у них там чучело-то? Это ДК Ленина у нас. А, вон он там. В прошлом году-то мы сюда ведь заходили. Да, в прошлом году мы сюда заезжали, но тут народу меньше в этом году. Намного меньше. И не видно, наверное, ничего. Но народу что-то немного. Смотри, да. Я смотрю, смотрю. Не очень видно. Ну вот, сейчас мы на кольце. Поедем сейчас к Кремлю. Сейчас показали вам одно из мест, где провожают Масленицу тоже. Вот здесь Ледовый дворец, стадион Дружба у нас. Саня уснула. Теннисный корт. Сейчас. Это бульвар у нас. Да. Победы. Бульвар? Бульвар Победы. Здесь в основном гуляют молодежь. Да. С детками гуляют. Молодежь. Мамы с деточками. Да. Чуть постарше. Чуть постарше поколение. Короче, все гуляют. Тут вот впереди памятник семье. Тут сейчас, наверное, проезжать будем, увидите. Нет. Вот, а здесь роддом. Здесь все мои три детки родились. Вот здесь мои, наши, наши все три доченьки, родились. Подъезжаем мы к Кремлю, друзья. Наш Кремль. Да. Это не Москва, конечно. Ну сейчас вот, погуляем, главные, посмотрим. Главные ворота. Люди вон тоже что-то ходят. А, девчонки уснули обе причем. Ладно, сейчас посмотрим. Машенька, подожди. Сейчас разбудимся. Ну вот, главный вход. Тут, наверное, еще машину-то не поставишь. Да, мы сейчас найдем где-нибудь. Я помню, в прошлом году тоже искали, где бы поставить. Приезжали чисто. Коллапс. Вот, друзья, нашли место. Кружили практически минут 5, наверное. Кружили вокруг Кремля практически. И вот нашли. Ну что, рядом погнали? С церковью. Девчонок, будем. И вперед. Сжигать Масленицу. Сейчас еще чуть-чуть прогуляемся тут по набережной. Покажем. Да. Зимнюю нашу набережную. Друзья. Перед вами Академический русский театр драмы. Вот здание. Красивый фасад. Вот Максим там машет. Вот это вот часы, приближенные к московским часам. Вот такую конструкцию сделали, постройку. Там арки три. Одна большая арка и две маленькие арки. Вот именно в этом месте мы познакомились. Папа, помнишь? Именно в этом месте мы с тобой познакомились. А, да. Вот здесь, вот в том пятачке. А, да. Кстати, мы уже окупы были. Были, да? А? Мы здесь были, говорит Кристина. Были, конечно, были. Здесь, хорошо. Мама, ничего. Я ничего, я снимаю. Пошли. Она боится, что ли? Да, конечно, ты. А где вот тут нету, чтобы на санках-то спускаться? А надо обходить, наверное. А-а. Мне захотелось. Смотри, как мы придумали. Смотри, Маруся. Ага. Эй, мама, беги! Беги, давай беги, догоняй папу. Я
сейчас. Вот недавно тоже церковь построили. Здесь фонтан. Довольно-таки красивый. Вот надо будет летом. Ну это, Маша, Кристиночка, я тебе объяснить не смогу, надо почитать. Красивый памятник, да? Ага. Сзади еще что-то строят. Что-то строят, строят. Вот. Это Бог, мама. Это Пресвятая Богородица, Кристина. Да, это мама у Боженьки. А это Иисус Христос. Да, это маленький Иисус Христос, правильно. Вот она церковь какая. Красивая, большая. Надо успеть нам. Святая Богородица, спаси нас, написано. Вот люди гуляют. Такая вот площадь. Наверное, будет ветрено. Заранее извиняюсь. Вот эта церковь. Вот это наша набережная. Вот. Здесь мост. Максим тут ездит. С девчонками осторожней. Вот мост. Вот тут речка. Река течет. Осторожно, девчонки, только. Он тут замело. Даже лестниц. Это снегом замело, Маша. Метель мела. Ничего себе, какие крутые-то тут. Соник боится бедненькая. Да, конечно. Блин, чуть не упала, еще это торчит, плита. Тут можно шваркнуться так, что мало не покажет. Под мостом там идти. Я здесь давно, кстати, не была. Ну, чтобы под мостом пройти. Вот этой набережной буквально, наверное, лет сколько? Лет 10, наверное. Может, чуть побольше построили. А раньше на этих, на местах этих домов росли бурьяны, деревья, кустарники. Сейчас облагородили все. Привели в порядок. Раздолье гулять. Правда, вот я раньше не замечала тут, но тут вот плиты что-то все двигаются на дороге. Вот, пожалуйста, торчит плитка. Тут можно шваркнуться так, что зубов не досчитаться можно. Тут у меня далеко убежали, сейчас догоню их. Пойду! Поднажми, говоришь! Ох, Кристина упала. Вот еще один мост пешеходный. Бегут. Не догоняю, не могу догнать их. Все, бегут, убегают. Ну как? Ну как, девчонки? Хорошо! Хорошо. Отличненько, скажи, да? Привет! Мы катаемся! Папа вас катает! Папа на машине катает? Он убивает! Поднажми,
Эх, какие! Площадь Девы еще Марии. Одна, еще что-то одна. Написано? Площадь Девы Марии, Дева. Патриаршая площадь там. Туристско-информационный центр. Там. Нам туда. Нам туда. Давай, давай. Папа, давай я тебе помогу. Нет, я сам. Сам? Да. Машенька, осторожно. Вот. Папа лошаденка. Папа не лошаденка, а лошадь. Конь. Конь. Конь, точнее. Ой, смотрите, там пугало. Это зазывает, не пугало. Какой-то гага говорит. Вон, девчонки. Папа везет. Катаются. Вон, кукла-зазывашка. Марийские сувениры. В марийском платье. В национальном костюме. Зазывает, приглашает. Заходи, заходи, говорит, заходи, заходи. Куда, что ли? Туда, что ли, да. Ну вот тут. Церковь. Еще одна церковь. Надо сказать, что вдоль реки Какшага, где набережная, очень много церквей расположено, построено. Мама, мы пошли. Вот, мы пошли, говорит. Маша, давай сейчас здесь на сынке, и мне неудобно. Вот, заходим в Кремль. Девочки, держитесь рядышком, ладно? А то народу много. Если что, девчонки, то встречаемся здесь. Мало ли, что всякое может быть. Вот здесь, вот у больших ворот. А я за папу буду. Ой, народу сколько много гуляет. Это. Так, тут батуты, прогунки, марийские сувениры написано. Идемте, где чучело? Всякие. Ой, мясо продают, орехи, мяско, корзинки. Вот, ремесло всякое тут. Со мной, она со мной. Вон корзина. Ой, какие красивые корзиночки продаются. Вот здорово. Здесь раньше, друзья, давным-давно, здесь был типа рынка, что ли, здесь велись раскопки. Здесь собирали монеты. Я одного человека знаю, он как раз этим занимался. На раскопках. Перед тем, как здесь построить этот Кремль, да. Велись раскопки. Здесь много монет было. Здесь еще с каких годов, я даже не знаю, но давным-давно. Ну, когда еще Царевкакшайск был. Ой, как вкусно пахнет. Шашлычком пахнет. Вон дерево желаний. Карусельки. Мы, наверное, ух ты! Горка вон какая. Вон какая горка. Сколько? Царь горы можно поиграть. Царь горы можно поиграть. Вон, палатки с игрушками. Это что такое? Покажи. Это, я думаю, дерево желаний. Я так думаю. Что, можно повесить, что хочешь? Да. Вон. А, вон салфетки всякие вешают. Ну ладно. Вон, на каруселька. Мысленно повесили. Кстати, наверх, наверное, не пустят, да? Сверху бы посмотреть. Да нет, почему? Сходи, надо посмотреть. Сходи-то. Вон люди идут, смотри. Вот вон ты люди. Иди, сходи поснимай. А зачем? Сними кадр, сделай. Нет? Когда сжигать будут? Когда? А вон там, далеко. Наверное, мы поднимемся. А, видишь, тачка у нас. С тачкой не очень охота подниматься.
девчонки. Одну сударушка, сударыня масленица, говорит. Да, вон, смотри, сударыня масленица. Два. Не знаю, это другая, Максим. Это другая масленица. Масленица 2 написано, а масленица 1 вон там далеко. Готовы? Да! Да! Закинули? Ну да.
Ну чё, видно было вам? Ну так, не очень. Да? Посмотрим. А мне хорошо, а нам там хорошо видно было. Классно, я рад за всех, за вас. Да.